Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь, и сегодня у нас битва замков. Выходит видео поздно, но я надеюсь на вашу поддержку, и тогда, если ты поставишь сейчас лайк, то ночью жди второе видео, вот там мы тоже чем-нибудь займемся, но не суть. Полетели и погнали. Слушай, а если вообще лайков будет много, то сегодня ночью запущу стрим. Вот так вот. У меня сдвиг по фазе биологические часы, ты сам понимаешь, там улетело все это дело. Вот, и что? Я нахожусь на аккаунте игрока под ником Карась007, 160 тысяч силы, 164, 88 тысяч самоцветов. И по факту, как я понял, да, из переписки, человек давно не играл. Потом вернулся в игру и был немножечко в шоке, потому у нас сегодня роллинг и, возможно, роллинг еще созвездий. Посмотрим вообще, что с аккаунтом. Ну, аккаунт интересный, 160 тысяч силы, по сути, меньше силы, чем на ИЦ, но при этом есть... Ой, ёб твою. При этом есть Зефирик, у которого... Не, он говорил мне, что, типа, чтоб я ему помог с талантами. Ой... Я не знаю, пишите в комментариях. Я не хочу особо брать на себя ответственность, я не хочу это видео делать слишком долгим. Но в теории я могу взять этот аккаунт на стрим, какой-нибудь стрим запустить. И там мы уже паролим таланты, потому что я смотрю тут... Ох, боже. Да, надо что-то паролить. Героев не хватает. Не сказать, что так много. Угу. Но не хватает, да. Короче, ладно, боюсь даже в созвездии смотреть. Ладно, не суть. Короче, ребзи, давайте фигачим, комментарии пишем, лайки ставим, подписываемся. И тогда я потом на днях запущу стрим. На одном аккаунте буду созвездия ролить конкретно, а на этом аккаунте будем таланты подбирать. Ладно, будем смотреть, друзья. Фобос, Кровавая Мэрия. Командора Ледин. Так, еще раз, каких героев? Я тут просто в шоке немножко. Не, просто человек, ребят, тоже поймите, человек реально давно не играл, не надо там вонять в комментариях. Человек давно не играл, вот вернулся в игру. И понятное дело, что для него тут сейчас ничего не понятно, шок и полное непонимание происходящих вещей. Так, Фобоса не хватает. Кровавая Мэри, понятно. Фобоса надо выбить, Командору надо выбить, Огнекрыл, Свален, Барт, Хладный Призрак. Ну, Хладного Призрака он в любом случае со временем из акции заберет. Ну, не из акции, а за этой локации. Дама Холода, Тритон, Капитан Рогатка, Бугимен, Миша. Слушай, ну давай паролим, елки-палки. Нам что, жалко, что ли? Давай. Я, правда, уже забыл, какие герои нужны. Так, слоты на складе открываем. Спокойненько, бульдозер. 2020 год, нам падает бульдозер. Так, а потом глянем потом глянем созвездие. Панда-разрушитель, ледяной дьявол, циклоп. Так, давай дальше. Бугимен, вот, выпал недостающий, хорошо. Шаман, панда, давай, палач. Кристаллический эктоплазм, Арес. Так, еще давай места открываем, елки-палки, что их там не хватает, друид. Ну давай там Командора, Фобос, было бы хорошо. Сердцеедка, ниндзя-сердцеедка, Королева Гарпий. Ой, когда-то, блин, кайфовал от этого героя. И при том, что у нее достаточно маленькая скорость атаки. Вот, удар раз в полторы секунды. Раз в полторы секунды. Я и разброс поставил. Может, отдельно вам видео какое-нибудь ностальгическое записать по поводу Королевы Гарпии. Что-то у меня тут какие-то воспоминания вернулись. Рыцарь, ниндзя, Капитан Дрейк. О, Миша недостающий выпал. Он, конечно, нафиг не нужен, но он выпал. Купидон, Душегуб. Давай дальше. Панда-разрушитель, 190-й рыцарь. Кристаллический, Королева Змей, Фараон. Так. Повелитель Бури. Давай Фобос там и Командора, елки-палки. Ну,
За командору там вроде сундуков много. Должны выбить из карточек Махатма. Вот. Ну, посмотрим, посмотрим. Еще 10 тысяч где-то ролим, может, чуть меньше. Там 40 тысяч оставим на созвездие, друзья. Смерть. Вот, еще одна смерть. Кэнди оккультист. Кстати, вот не знаю, был оккультист или нет. Еще один Миша. Триант, это, знаете, проклятие. Ты вот выбиваешь какого-то недостающего героя, он тебе в этом же роллинге второй раз обязательно упадет. Ну, куда это вообще? Рыцарь, бочка, циклоп. Так, студенистый. Фрея. Оу, и последний раз за 450. Слушай, ну, чё-то, конечно, да. Вот, чё-то, конечно, да. Смотри, Бугимена Мишу выбили, Бугимена не помню. На Капитана Рогатку пофиг. Дама Холода и Хладный Призрак тоже не выбили. Свалина не выбили. Оккультист уже был. А Командору не выбили. Вот хотелось бы Командору и Фобоса, по факту. Командору и Фобоса. Фобоса нам, походу, неоткуда выбить. Подожди, открываем эти 90 сундуков. Не знаю, вот со второй карточки. Ну, давай сейчас, я надеюсь, что с сундуков получится Командору выбить. Это было бы вообще замечательно. Это было бы вообще замечательно. Так, давай. Ну, а я даже не посмотрел, там она может выпасть или нет. Ладно. Так, тут, ну, тут ресурсы. Ресурсы — это всегда хорошо. Открываем сундуки с эмблемой. Так. Тут уже троечки, троечки. Третьи карты падают. Командора. А, Командора, наверное, из второй падает. Ладно. По сути, для нас бесполезное открытие. Да, блин, просто Командору не выбили. Твою ж дивизию, а? Так, окей. Закрываем. Да уж. Да. Идем дальше. Сундук. Воу! Воу! Воу, это ж нормально, мы так этих осколков навыбирали. Так, тут лава. Слушай, это ж вообще хорошо. Тут еще чуть-чуть и бард собран. А пыли нет? А, слушай, а тут еще оно и не хочет загружаться. Нет, сейчас барда за пыль не выберешь. Это, блин, слушай, а он вроде и, скажем так, его осколки так особо не продаются. Ну, тупо барда отдельно карточку покупать, когда он у тебя почти осколками собран. Ладно, ребят, не суть, ништяки открыли, мы паролили, дальше надо посмотреть созвездие. Так что я думаю, что там очень весело. Вот так. Ох ты, ёпта, тут даже еще просвет не прокачан. Ох ты, ёб твою. Ох ты, ёб твою. Я не знаю, что я на него составил, но, слушай, надо... Нет, это, наверное, отдельно для стрима надо, я не знаю. Это надо отдельно для... Кстати, мог недомогание поставить на первое время. Ёлки-палки. Не, ну тут, да, на аккаунте надо ковырять. Ну, как бы давай так на первое время, хотя это залупа. Так, Атлантикорд. А, слушай, тут и эволюции-то толком нету. Ну, где? Тут, короче, аккаунт тут еще и качать и качать. Я думал, сейчас Атлантикору эту штуку поставить. Не, ну, блин, сейчас я не буду, наверное, открывать эти вещи, потому что, ну, это будет супер долго. Ох ты, ёпта. Слушайте, давайте я соберу огнекрыло потом, как на моем аккаунте. Ну, давай созвездие сейчас паролем, попробуем сюда уклоны выбить. Огнекрыло, ой, не огнекрыло, а зефирику. Зефирику по факту можно и уклон, и точность можно, и крит-удар можно. Вот, но я просто соберу, как у меня зефирик вечно живой, вечно пьяный, молодой, красивый. Вот, он у меня танкует, для подземок это тоже в будущем может пригодиться. Потому пытаемся собрать полностью уклоны, не знаю, получится или нет. Все-таки, я думаю, где-то в глубине души игра, ну, игра понимает, что как бы тут созвездия ролятся зефирику, потому дешево их отдавать нельзя. И мне кажется, сейчас игруля нам нервы потрепает, но тем не менее... Ну, как бы, здесь 5 уклонов-то мы должны собрать. Но это все-таки зефирик, это не какой-то хер с горы, да? Так.
Давай, давай, давай. Не останавливаемся. Летим дальше. Еще идем. Давай. Давай. Так. Ну-ка. Так, четвертый уклон. Это все не то. Нам нужен пятый уклон. Ну да, по факту, ну как бы здесь вообще, наверное, самоцветы на роллинг героев не надо было тратить, потому что, ну, как бы, ну хотя хозяин барин, вот. Командора тоже пригодится. Блять, пятый уклон, ты где? Пятый уклон. Пятый уклон. Пятый уклон. Пятый уклон. Пятый уклон. Ты где? Ты где? Нет, это какое-то издевательство. Я не знаю, как это по-другому назвать. Точно совпало, сука, и четвертый уклон. Ну что ты будешь делать? Давай! Ну что? Да где ж пятый уклон-то, твою дивизию? Да, и если вдруг там найдется человек, который будет умничать в комментариях по поводу подбора созвездия для Зефирика, я Зефирика здесь как бы начинаю собирать как своего Зефирика. А бессмертный Зефирик, поверьте мне, он как бы на начальных этапах игры, а 160 тысяч силы — это начальный этап игры, он как бы пригодится везде. Ну и на моем аккаунте он пригождается. Ну, по крайней мере, на битве гильдии вы все видите. Слушай, это жесть какая-то. Может, просто я пропустил, я не знаю. Нет, реально, IGG такие. А, ну ролишь на Зефирике, все тогда. Иди, иди на карточку, деньги клади. Это четвертый уклон. Давай! Третий уклон. Это какое-то издевательство. Просто 12 тысяч самов потратили. Выбили один пятый уклон. Нет, я понимаю, если бы мы за 450 сейчас ролили бы. Ну вот это же не серьезно. Ого! О, аллилуйя! 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 Четвертый уклон. Все не то. Так, еще один. А, вот, все, за 450 пошло. Потому мы сейчас... Смена со... А, ясно. Скидочки-то нету. Скидочки-то нету. Снаряжение... Снаряжение созвездия. А вот ребятам таким... Хотя, ну, я не знаю, просмотр яйца ему тоже сильно не поможет, потому что... Ну, в целом поможет, но просто на яйце-то нету Зефирика и никогда не будет. Давай, уклончик пятый. Ну, давай. 20 тысяч самов. Третий, не то. Это тоже не то. Как же дорого сейчас созвездие ролить. Это тоже не то. Четвертый уклон. Нам не подходит. Нам надо пятый, чтобы, чтобы улучшилась чара будущая, которую мы поставим. Раньше было проще. Ты мог, допустим, не выбить пятый уклон, но ты мог выбить третий, к примеру, уклон и четвертый. Это было бы круче, чем просто одной штукой поймать пятый уклон. Блин, уже несколько раз точность падала. А уклон, сволочь, не... О!
Аллилуйя. Все. Крит сопротивление. Давай это, была не была один раз. Но все-таки это зефирик, ударим за 1950. Ну, слушай, неплохо. Карточки есть? О, 179 карточек. 179 карточек. Здесь нам надо выбить как минимум 1/5 уклон. Но падают четвертые. Но... Все не то. Все не так. Эй, две точности. Как классно выглядели бы. Но нам нужен уклон. Чтобы работала чара. Не, ну карточек много. Должно же выпасть. Ну да, тем более карточки ролем, а не самоцветы. Четвертый уклон. Нет, не то. Тоже не то. И это не туда. Блин, опять четвертый уклон. Не, опять основа. Давай! Блин, видео... Хотя нет, я не надеялся на короткое видео. Так, пятый уклон выбили. Отлично, будущая чара здесь будет лучше работать. Ладно. Не суть, кому мы еще можем... Фрея по-любому... Ой, да ёб твою... Ёб, давай, не знаю... Фрея, насчет Фреи... Ну, сейчас Фрею все по-разному собирают, не знаю. Давай, ну тут как бы выражаю, это понятно, что уклон нужен. Давай ему паролем. То вот сейчас Фрею точно, вот знаете, сейчас же плюс 100-500 этих сборок на Фрею. И там начнется этот Содом и Гамора, короче, в комментариях. Давай здесь выражаю. Выражаю точно, нужен уклон. Мы его сейчас попробуем собрать, но предательский пятый уклон что-то не собирается падать. Давай! Насчет Фрея, может, там на стриме подумаем, не знаю. Так. Воу! Воу! Эй! Да что ты будешь делать? Блин, у меня уже в глазах все сливается. Я могу так и пропустить пятый уклон. Пятый крит-удар, крит-удар, понятно. Уклон давай, сучара. Эй! Рандом, ну камон. Ну ты чё? Ну, четвертый уклон. Он даже вот просто первый пятый уклон не падает. Просто первый пятый, я не знаю, давай собьем рандом, пару раз героев ударим. Нет, он королева гарпий сегодня просто. Хит сегодняшнего роллинга. Королева гарпий. Снаряжение. Блюз так тут. Говно выдает. Давай. Блин, за 10 тысяч. Ну ладно, там чуть-чуть пару тысячных героев потратили. Это же за 10 тысяч мы ни одного уклона пятого не выбьем. Рандом, ну ты вообще... Нормальный вообще человек. Ты вообще человек? Ты вообще человек? Ты вообще человек, а? Точно с пятого. Ну... Просто... Мое почтение. Четвертый уклон, блин. Где пятый? 3000 осталось. Бля, может, я реально пропустил? Может, я уже долблюсь глазами в глаза? Деснами в десны? Писькой в письку? У нас толерантное видео, да.
У нас толерантное видео. Видео. Кто на свете самый толерантный? Я. Воу. Та-та-да-да. Эй-ля-ля-ля. О! Это крит-удар пятый, а не уклон. Да это издевательство какое-то. Эй-эй! Ну ты шо, рандом? Да ты просто... Да ты просто... Крит-удар пятый. А уклон вот второй падает. Еще один крит-удар пятый. Ну вот как? Четвертый уклон. Нет, это жесть полная. Слушайте, давайте на этом остановимся. Уже и так видео 20 минут. О! Всем, кто до конца смотрел этот видос, вот, огромнейшее спасибо. Большущее спасибо, ребята, кто поддерживает комментариями и лайками. И также отдельное спасибо, кто поддерживает, оформляя спонсорские подписки. Там у нас теперь есть супер толерантные смайлы для спонсоров. Короче, всем большущее спасибо. Всем удачи, друзья. И пока.